Всем привет, меня зовут Лина, это Свитер, мы с вами продолжаем. Нам понизили уровень до 10, сказав, ты охренела вообще. Нам надо спросить у пацанов, готовы ли они брать пожирателя плоти к себе в обучение. В обучение, да. Мне кажется, нас пошлют далеко и надолго с такими предложениями. Подожди. Новобранец, страдающий мастер, все в порядке. Да мне надо вон туда. И с мастером Стрейном поговорить. Мастер Стрейн, у меня нет времени на частные уроки. Чувак, у меня сейчас единственная обязанность — набор новых адептов. Если твое дело с этим никак не связано, то, боюсь, я ничем не могу помочь. Я здесь по делу, мастер. Я нашла пожирателя плоти, который хочет стать джедаем. Пожиратель плоти? Ты серьезно? Насколько я знаю, эти создания примитивны, жестокие, кровожадные и не слишком подходят для служения ордену. Этот пожиратель плоти убьет ребенка, если откажемся его учить. У нас нет особого выбора. Чудовищная ситуация. Орден не тюрьма и не место для покаяния. Он для целеустремленных и сильных духом. Даже если этот пожиратель чувствителен к силе, правда ли ты считаешь, что можно приручить столь опасного ученика? Я верю, что стоит попробовать. Ну ладно, присылай своего адепта в храм. Дай ему этот медальон, чтобы стража его пропустила. Когда он прибудет, я обсужу вопрос с советом джедаев. Мы сделаем все, что сможем. Пожиратель плоти на подавании. Энни и не снилось, как говорится. Яху! Ты что там ругаешься? Ну подумаешь, немножко ногу подвернула, а? Ну ты же, на что ты у меня есть? Меня лечить. Зажечь сигнальный огонь. Серьезно? Давай. У меня откат еще не прошел в прошлой серии, поэтому я не могла. Телепортироваться. Так, зажечь сигнальный огонь. Поехали. Сюда? Прям сюда. Прям здесь. Какая-то гнетущая музыка пошла. Джедай, вы пришли. Джедай, говорить, учить сила. Что произошло в храме? Вы сказали мастеру... Что сказали мастера? Расскажите ему. Джедай, говорить! Ты обретешь мощь и научишься распоряжаться ею мудро. Ты обретешь контроль над силой и самим собой. Слышал это? Ты получишь, что хочешь. Охота, сила, джедай, сила, камень, дом, все это. Чупа, штука, джедай, охота. Охота, дом, джедай, охота. Охота, камень, дом. Он хочет сказать, что вы теперь можете охотиться на все, что ему принадлежит. Других пожирателей плоти. Меня, а он уходит. Джедай-приз, джедай-охота. Я не думал, что вы это сделаете. Вы помогли ему, вы спасли меня. На деревне я могу добраться сам. Путь отсюда довольно простой. И он побежал. А теперь мне надо добраться до сюда. Видимо, да?
Быстрое перемещение еще не обновилось. Понятно, на своих двоих. Давай, Лина. Пока с вами поболтаем. Пацаны, отвалите. Заранее отвалите. Так, тут я ноги себе переломаю. Мне нужно, видимо, куда? Давай быстрее. Замедление, хорошо. Плохо, точнее. Ну, что поделать. Господи, ну... Пятое. Отстаньте от меня. Я тут турист теперь. Вот это вы экскурсию мне, конечно, устраиваете. Поставлю вам минус 3 звезды. Будете знать. Никто к вам больше на экскурсию не придет, я сказала, если вы так будете меня, точнее, туристов, привечать. А потом я удивляюсь, откуда у меня уровень лишний, ага. Верхние впадины. Но надо верхние впадины, да. Надо во верхние впадины войти, зайти и дойти. Ребят, впадины видели? Очень надо. Очень нужны верхние впадины. Они где-то наверху. Значит, мне нужно наверх. Ну, в общем, видимо, я повторяю путь, который делают вон пацаны и девчонки. Туда-сюда бегаю, чтобы посмотреть на квесты. Мне просто было интересно даже, а что тут происходит. Но в целом тут я скажу, что побочки довольно интересные. Только их надо было брать до того, как я сделала все квесты здесь. То есть ты пришла на локацию, набрала побочек... И радостно побежала дальше. Чё? А, чаши ритуально. Точно, мне ж чаши надо еще уничтожать внезапно. Невозможно начать разговор. Вы сегодня не пьете. У нас сухой закон. Джедаи так сказали. Уничтожить эликсир еще 5 штук. Понятно. Еще чаша есть, еще чаша есть. Хорошо. Еще не готово. Почему еще не готово? Ты ждешь, пока доварится, что ли? Так, ну еще надо чуть-чуть пожирателя пути побить, и нормально будет. Я вам скажу, что, наверное, ну Star Wars Outlaw не так уж и нужен в ближайшее время. У нас тут куча всего интересного происходит. Ой-ё! Вот это там красота, смотрите, происходит. Все сияет. Ну давайте добьем пожирателя плоти и вернемся. После того, как вернемся, мы, собственно... Так, это укротитель, простите. Маршрут перестроен.
12. А что это за пещера? Это пещеры верхней впадины. Да что ж меня так в эти верхние впадины-то тянет? Второй раз за заход уже. Я просто несколько раз подряд вам записываю, чтобы у вас было два дня подряд. Три дня подряд, точнее. Видео, чтобы вам было что посмотреть. Потому что записывать вот прям каждый день особо нет возможности. Ну, к слову, то, что вы там поясняла во всякое, оставляйте, потому что я смотрела, что очень многие ребята стали тоже пошли играть. Это здорово. Хорошо. Тут мы сделали. Теперь нам надо вернуться сюда. Сдать квесты и пойти наконец-то учителя лечить. Мне никто не пишет. Отдать мусор. Починить все. Спасибо. Рея. Я нашла сына, да. Он в безопасности, а я рада, что его похитили под присмотром. Как дела у сына? Шрамы затягиваются, матриарх помогает исцелить разум. Он поправится. Я даю слово, когда старейшины будут говорить о джедаях, я вступлюсь. Мой сын вступится. Рада помочь. Это наша благодарность. Рада помочь. Желаем всего наилучшего. Прощайте, идите с миром. Я не только делаю всякие задания, я, ко всему прочему, еще и... это типа итарианская роба. Ну, у меня так-то та итарианская леггинсы получше будут. Мне бы, конечно, еще улучшить. Да, пожиратели меня не ранили, я уничтожила темный эликсир. Ты избавила мир от злой вещи. Пожиратели попытаются сварить новый эликсир, но мы им помешаем. Я благодарна тебе за то, что ты сделала. Ступай с миром, получай робу. Все. Мы кругом молодцы. Поэтому мы летим сейчас назад в храм и, наконец-то, отправляемся в другое место. Нам надо найти пропавших учеников. Нет, Лина, нет, не надо. Не надо тебе искать пропавших учеников. Не надо. Я знаю то, что ты перфекционист, но не надо. Посмотри, у нас уже 12 уровень, еще немного и будет 13, а тут максимум десяточка. Лина, держи себя в руках. Тебе не... Ну, не надо. Нет. Ты даже не вспомнишь про этот квест. Ну, кстати, по модификации. Ай. Рейтинг. Подробности. Так, хранитель. Выбор титула. Джедай, падаван, прославленные, уважаемые. Не хочу. Билд 1, хранитель, урон, оружие. Тьмау, сателю в крафте, материалы для крафта, короче. Имплант, ухо, имплант, реликвия, тактика. Настройка персонажа. А, прям так можно сделать. Прям можно переделать, да?
А я, у меня забра, киборг. Внезапно, ладно. Можно, то есть, внешность прям вот поменять. Модификация. Покраска. Что это? А. Ничего не понятно, но очень интересно, в принципе, да. Чем покраску можно красить, это я уже поняла, да. Ладненько. Всё. Доделали квесты. Можем с чистой совестью отправляться дальше. Ладно. Я сделаю серию подлиннее вам. Я просто подумала о том, что если мы роллплей, то там ребята, получается, будут несчастные, обездоленные и так далее. Мы просто пробежим. Просто пробежим. Не обращая внимания ни на что. Просто пробежимся. Просто. Просто, просто, просто пробежимся. Ничего. Бери себя в руки. Будь мужиком. Я еще когда начинала, я думала о том, что там хай-левельные ребята со световыми мечами зачем-то бегают. Либо там потом будет квест, либо все-таки, да. Ребята тоже вернулись, типа, да делать. Здрасте. До свидания. Так. Мне показывает куда-то найти пропавших учеников туда. Я просто, я же всех нашла пропавших учеников, вот в чем дело. То есть я, видимо, что-то не доделала. Что-то не доделала вот здесь. И что же я не доделала здесь? По вашему мнению. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Кого я? А, я локацию внезапно открыла новую. Пацаны, привет. Как он? Ему бы лучше отдыхать в храме. Короче, ему бы отдохнуть в храме джедаев, но если продолжить, могу поставить его на ноги. Отдайте ему последний колт, если понадобится. Нам скоро снова сражаться. Привет, ребят. Эй, рада видеть еще одного живого подавана. Повезло, что эти твари тебя не поймали. Твари? Они прячутся повсюду. Мы пришли за пониманием готекса джедаев. Пожиратели плоти прервали наши испытания. В жизни никогда не дралась так. Мы его убили, но Джеридана сильно ранило. Он в порядке? Боль огромная, ему не стоит двигаться.
Не подобает джедаю искать битвы вместе, пока человек страдает. Это твое мнение, мы так не решили. Обучены мы или нет, я не позволю нам провалить испытания за кучки животных. Она же права, джедаи ведь не сдаются, верно? Она не права, вспомни коды джедаев. Нет страсти... Нет страсти, есть спокойствие, по-моему. Короче, помоги расквитаться с пожирателями. Идите домой! Ты вступил на опасный путь. Вы с друзьями отправитесь обратно в лагерь. Но мы так близки! Даже близко не близки. Я вижу у тебя сигнальный маяк. Оставь его нам. Мы вызовем шаттл, когда немного соберемся. Блин, я забыла. Нет чего-то там, есть покой. Двойка мне за понимание кодекса джедаев, пацаны. Двойка. Ну... Я доделала квест, я довольна. А также вы довольны, видимо, большой серии будете. Наверное. Нет страсти, есть покой. Нет, там что-то иначе было. Или страсти. Нет ярости, есть покой. Короче, пожиратели смерти тут знатно разбушевались, я смотрю. Чувак, я нашла. И года не прошло, всего лишь 2 недели. Им понадобится помощь. Они в хороших руках. Тебе, наверное, не терпится вернуться к испытаниям. Еще раз спасибо, и да пребудет с тобой сила. Да пребудет с тобой сила. Зачем ты мне дал перчатку, которая мне меньше... Она мне жмет, перчатка твоя. Все. Теперь тут можно, да? Поехали назад. Не могу, вот. Хоть убейте. Не могу прям. Я знаю, что меня потом будет вот свербеть вот это вот. Я, блин, только-только в себя пришла после Dragon's Dogma, когда мне очень хотелось переиграть, потому что пешка, блин, не идеально меня любила, хотя я качала с ним, с Роуэном отношения. И переодевала. По 1-2 раза на источники сводила вот это вот все. Слушай, я знала, что надо без конца опять пятюню отдавать и в источник, блин, водить париться, мороженкой кормить, радоваться жизни. Меня б кто мороженкой покормил? Сейчас. Ладно. Кольцо Шелл исцеляет от нанесенного ущерба. Спасибо. Сфера могущества. Спасибо. Спринт. Спасибо. Ой, Тайтан. А, нет. А куда? Республиканский флот, точно. Точно, республиканский флот. Как я могла забыть? Ну, я там пилигримам помогала, подаванов искала.
Кайзен Хантинг Аутфит. Кайзен, да ты прям помаднее, чем я будешь, если честно. Или это типа для меня было? Ну, с учетом того, что это похуже, чем у меня есть, Кайзен, это для тебя не благодари. Так, мне нужно вон туда. Какую огромную вообще карту. Ангары вы... Нет, основной уровень. Я постоянно думаю, что подсвечено это то, куда мне надо. Подсвечено это то, там, где я есть. То, в принципе, логично. И опять кому-то что-то квест? Что? ПВП, поиск группы, тренер ремесел. Кантина. Ля ты гонщик. Геральт Ревана? Серьезно? Вы должны предзаказать дополнение, подтвердить аккаунт. У кого все сложно, ребят. Я думала просто вам мусор скинуть. А вы мне подтвердите аккаунт. Что это такое? Очень понятно, но неинтересно. Ангар вылета на Карусант. Ура, Карусант! Что тебе надо? Мастер джедай, добро пожаловать. Добро пожаловать. Вы направляетесь в столицу. Так, корабль для важных персон. Почему? Почему нет? Корабль идет опасными маршрутами. Не сейчас, подожди. Что? Я пока ничего не поняла, очень интересно, хочу по сюжету. Не делать шаги влево-вправо, пока вот не будет сюжет. Окейшки. Как может кто-то жить в этом мире? Мертвое место. Эти здания возвышаются вверх и вниз. Ни земли, ни воды. Здесь негде охотиться. Я думаю, что хранительница счета отвернулась от этого места. Мне нравится город. Это приятная перемена после Тайтона. Как можешь говорить такое, Геральт? Оглянись. Слишком много зданий, слишком много шума. Я останусь ради тебя, Вестник, и ради Йон. Прошу, давай сперва ее навестим. Посольство подождет. Ну ладно. Ну, нормальный город. Главное не забывать маску, чтобы отфильтровывать выхлопные газы. Ну так обычно вообще...
обычный город. Уютненько так-то. Ну, вообще, мало говоря, уютненько. Так-то красиво, ребята. Ну, здесь надо отметиться, чтобы быстрое путешествие было. По-моему. Ну, еще тогда не против, неплохо. Так, инструктора по навыкам, навыках работы с экипажем, взаимодействия экипажа и компаньона, терминал быстрого перемещения. Это типа мой уровень с ним, да, 4-й? Общение. Нормально. Вот терминал быстрого перемещения. И чё? Ну ладно. Права. Прости за права. Однажды были два маленьких мальчика. Их звали Парка, Насы и как-то еще. Почему я не могу вспомнить? Все будет в порядке. Вы наверняка в конце концов вспомните. Просто расслабьтесь. Но мне нужно вспомнить. Падаван. Никогда не видел Йон такой вестник за все время знакомства. Я не сошла с ума. Человек в тени творит это со мной. От него веет тьмой, он надвигается. Человек в тенях? Я не понимаю. Парканус, где ты? Йон. Фарен, прошу, верни Йон в ее комнату. Мне жаль, что вы видели это. Я Атрас Финн, местный исследователь. Нам нужно приступить к поискам лекарства. Она все время говорит о каком-то Парканосе. Кто это? Вы тоже не знаете? Неважно, что Йон действительно нужно, так это лекарство. Проблема в том, что величайшее собрание знаний в галактике, храм джедаев на Крусанте, лежит в руинах со времен войны. Думаю, ответ к излечению находится в архивах в руинах, но добраться будет нелегко. Если это поможет, Йон, я заполучу эту информацию. Хранители артефактов храма создали систему поиска по огромным хранилищам знаний, набор из 3 голокронов, служащих проводниками. Мудрости личности величайших мастеров Ордена были запечатлены в этих проводниках, названных Ноэтиконами. Не вижу смысла мешкать, пойдемте. К сожалению, у нас нет ноэтиконов. Больше нет. Руины храма были разграблены, а ноэтиконы похищены. У меня есть зацепка к одному из них, но он находится не в руках друзей.
Неважно, чтобы помочь Хён, мы сойдемся лицом к лицу с кем угодно. Службы безопасности республики засекли, что Наитикон попал в руки мусорщиков гандов из гильдии торговцев-мигрантов. Республика захватила одного из гандов, чтобы допросить его, но он молчит. Захват службы безопасности, должно быть, весьма пугает. Возможно, он заговорит с джедаем. Нужен вам офицер Алек Эфрон. Он прямо сейчас находится на аванпосту безопасности. А я работаю над зацепкой ко второму Наитикону. Должен что-то узнать к вашему возвращению. Удачи. Добре будет с тобой сила, чувак. Чё тебе не нравится? Кайзен. Нравится, не нравится, терпимая красавица. Ничего не знаю. Продать мусор. Починить все. Так, это похуже. Это прям похуже. Это тоже похуже. Чего? Чего? Подожди. Чё? Что? Что? Еще раз. White Cyber, да. Я просто не поняла, что это такое. Это, походу, мой тренировочный меч. Короче, мастер Юон совсем поплыла крышей. И нам надо ее как-то спасать. Такси, площадь Сената, тайные сигналы. Хорошо. Неужели они думают, чего? Похоже, некоторые сенаторы, чьи имена и планеты не буду упоминать, и прям рассматривают перспективу сохранения места, когда империя вернется. Им никто не рассказывал, что империя в целом плевать хотела на них. И что с их паранойей останется подумать о том, что ну предал раз, предашь и два. Территория Черного Солнца, старый галактический рынок, территория вершителей и храм джедаев. Короче, это мы на вторую локу, да, прилетели. А ничего, что у вас пустой шаттл? И там никого нет. У вас это вообще не смущает? Окей. Привет, ребят. Украденный груз сенатора. Давай мы возьмем у тебя квест. Почтенный джедай, минутку. Так, короче, сенатор прислал в качестве представителя. Если бы ваш сенатор бы захотел бы здесь, он бы тут был, да, кстати. Короче, послал найти храбрых преданных граждан, чтобы помочь ему справиться с кризисом. Работа по возрождению славы республики. Технологии могут быть опасны. Сенатор договорился о приобретении партии компьютерных чипов, но груз был захвачен гильдией торговцев-мигрантов. Вы ищете помощи извне? Именно так. Сенатор говорит, что этот вопрос в любом случае необходимо решить ради безопасности. Возвращение этих чипов было бы большой услугой.
Ладно. Сила привела не просто так, так что поможем. Ну, если будет время, конечно. Первоначально нам надо Юон вылечить. Поговорите с капитаном Денаузоном. А, ну у нас в любом случае это все в одном месте находится, как бы это ни звучало. Капитан Денаузон. Так, короче, расскажи мне, что знаешь про похищенный груз. Я на него не работаю. Хотите получить информацию, давайте договоримся. Мне мало чего сказали насчет этих чипов. Я не удивлен, политиканы любят замалчивать. Эти чипы с планеты Рио предназначены для эксплуатации рабских ошейников. Реотианские рабские ошейники и чипы, используемые при их изготовлении, согласно закону республики, являются незаконными. Это позор. Рабство омерзительно силе. Дело в том, что владение этими чипами является нарушением закона. Наша проблема заключается в том, что эти чипы разбросаны по всей штаб-квартире гильдии. Первым делом нужно вернуть товар, а после этого принести... А что насчет сенатора, если ты чипы-то уничтожишь? Это не в моей компетенции его привлечь к ответственности. Так... Понятно. Значит, он нам предлагает либо найти чипы и принести, чтобы их уничтожить, либо нет. Алек Эфрон, привет. Джедай, добро пожаловать на старый галактический рынок. Слабая вещь едва говорит. Простите, я просто никогда не встречал настоящего джедая лицом к лицу. Я такой же человек, как и вы. Верно, ну да, как же иначе. Гант, взятый нами, говорил о том Голокроне джедаев, который вы ищете, но не то чтобы говорлив. Вообще не говорлив. Печально быть в плену, нужно было сражаться упорнее. Этот Гант не будет говорить ни с тобой, ни с кем-то еще. А, ну у Гандов, по-моему, нет имени. А заговори. Ты расскажешь мне все о Голокроне. Этот Гант расскажет тебе о Голокроне. Человек по имени Ларс Бадек принес Голокрон вождю Гантов Авлу Глоуну и сказал ему спрятать. Кто такой Ларс Бадек? Этот Гант не знает, он знает только приказы, отданные Авлом Глоуном. Авлу Глоун приказал Гантам спрятать Голокрона джедаев. Иногда он Авлу Глоуна, иногда у тех, кто заслужил одно имя, иногда у труса вроде этого Ганда. Есть какой-то график, определяющий, у кого он? Сигнальное устройство на рынке сообщает Гандам, когда и куда переместить Голокрон. Этот Ганд слышал, что один из сигналов для самого Авла Глоуна передает Голокрон всегда у склада. Значит, надо отослать сигнал и отправиться к складу. Наверняка сигнал имеет отношение к иерархии Гандов. Пошлите верный, и вождь у вас в руках. И да, прошу, не говорите никому, что этот Ганд сказал вам. Ладно. Не скажу. Ух, ё. А чё у вас тут происходит? У вас тут битва? Крыло гильдии. Привет. Боевые действия у вас здесь? Серьезно? А я-то думала, это просто будет побегушки. О, привет, ребята. Стрелки гильдии. Как дела? Я тут, знаете, у вас тут, короче, проездом. Наблюдаю, что как. Виды у вас здесь, конечно, не туристические. Привлекательные. Украденные чипы еще надо искать. Как они вообще выглядят? Какого они размера, эти ваши? Боевик гильдии. Алло! Ты слишком горяч для этой игры. Остынь, остудись, мальчик. Я тебе говорю, остынь, остудись.
И ты, я остынь, остудись. Спасибо. У них там вообще какой-то кипиш происходит. Контрабандист. Я не хотела бить. Прости. А, не, у тебя пон уже, ладно. Не зря помер. Я почему-то думала, что с ним можно поговорить. Что? Старый галактический рынок. Ну, если чипы будут выглядеть такими огромными, то, в принципе, да. Серьезно, вот настолько они огромные. Их будет очень сложно пропустить. Так, привет, ребят. Я слышала, у вас тут everybody party намечается. А меня не приглашали. Непорядок. В следующий раз пригласите обязательно. Я тот еще тусовщик. Я мышь. Я не представляю опасности. Идите в жопу. Понятно. Они все-таки заагрились. Ну ладно. С кем не бывает, как говорится, да? Охранный дроид гильдия. Ты уже не охранный дроид гильдии, ты металлолом. Поздравляю тебя. С повышением, понижением. В зависимости от того, как тебе больше нравится. Хорошо. Забрала кредиты, и мне надо дальше. Блин, как же их тут много. Кто? Зачем? Уничтожить врагов, да? Пацаны, я пол, я стена, я плинтус. Спасибо. Так, но тут пол, стена, плинтус мне не сработает, мне кажется. Или сработает. Ребят, пол, стена, плинтус. Работало. Замечательно. Старый галактический рынок. Привет! Это рогатые твилики? Рогатые твилики? И достал шмалять направо и налево. Тебя не учили техники безопасности, что нельзя бить во все подряд.
вы 100 пудов на меня будете нападать, поэтому я даже не буду ждать, пока вы загоритесь. Я просто вас вычищу. Торгуется оружие. Ты что делаешь с торговцем? Объясни мне. Ты что ему предложил? И зачем, самое главное? А вы сидите, да? Вы едите. Так вкусно, воздух есть. У вас тут ничего нету. Хотя, может, они обсуждали, у них совещание было. Я тут такая красивая врываюсь. Я поуестина, я плинтус. Спасибо. Так, отправляю сигнал. На электронном сигнальном устройстве Ганда 3 сигнальные лампочки. На первом изображен косяк рыб, на втором стояк псов, на третьем могучий ранкор. Первый сигнал. Зажигается первый сигнал, давая Гандам указание изменить обладателя голокрона. Победить гандов защитников. Хорошо. А, он на него что-то какой-то дебаф вешает, поэтому их так штырит люто. Получить нейтикон науки. Сейчас, подожди, сперва я лут получу. А теперь нейтикон науки. Давай. Фрактальная структура требует убрать это, мастер Арка Джет. При всем уважении, мастер Арка, вы не правы. Структура только кажется фрактальной. Если вы посмотрите через линзу силы, не думаю, что хоть один из вас отвлечется от вашего глупого геометрического спора на достаточно долгое время, чтобы заметить гостя. Мне жаль беспокоить известных мастеров, но мне нужна информация. Не нужно извиняться, джедай. У них есть тенденция увлекаться, мастер Тарис Орденом говорит. Последний, кто использовал наитикон, так устал от споров этих двоих, что выключил нас. Это было милосердно. Подождите, мастер Тарис, где храм джедаев? Нас, похоже, переместили. Я объясню позже. Сейчас мне нужна информация о болезни, угрожающей моему учителю. Какой ужас. Давай, расскажи нам ее симптомы. Возможно, мы сможем помочь. Так она утверждает, что надвигается тьма, и говорит о ком-то по имени Парканес. И больше всего пострадал ее разум. Боюсь, мы использовали наши обширные знания биологических, химических и техногенных болезней, но эта болезнь вне нашей компетенции. И что нужно делать? Иногда знания приходят через исключение заблуждений. Хоть раз я согласен с мастером Вандаром. Болезнь Юон определенно не связана с медициной, но мы нашли файлы с перекрестными ссылками. Если ты сможешь найти на этикон света, где мастер Ноап, Номи и Воу охраняют мистические знания Ордена Джедаев, возможно, они смогут помочь. Где он? Мы не знаем. В обычной ситуации он был бы связан с нами в храме, но сейчас нет. Мне жаль, что мы не смогли оказать большую помощь, но это сложно без остальных частей наитикона. Найти наитикон цвета и поищи ответ там. Да прибудет с тобой сила, и помни, если ищешь ответов, всегда нужно задавать вопросы. Логично. Не поспоришь.
А я могу сразу телепортнуться? Нет. Только сюда. Я думаю, что серия будет подлиннее, потому что я бегала туда-сюда, но вообще, чисто по ощущениям, получилось и по побочкам побегать, и даже сюжет вам показать. Поэтому я предлагаю на сегодня закончить. Мы продолжим с вами в следующий раз. Подписывайтесь на меня в социальных сетях. У нас есть YouTube, Twitch, Telegram, Discord, ВКонтакте. Все ссылки указаны. И я вам буду благодарна за поддержку в виде лайкосика, комментария. Задавайте вопросы, если хотите услышать ответы. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Мы с вами увидимся уже в следующий раз. Берегите себя и пока-пока.